Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои награды. Открываем бесплатно пак. Кто у нас там? Какое соединение? Что вы опять вот мне тут свистите? Так, и Мундагека. Задание. Пройдите серию испытаний. А что такой коротенький список-то у нас? Я что-то не понял. Странно. Три задания уже выполнено. Когда я их успел выполнить? Интересно не знать. Ну что, давай возьмем Макмана, Армагона, Бакстера. Возьму Леонардо и Усаги. Вот такой командой будем сегодня делать ежедневные события. Так, Змейка Вьюн. Слушай, я, наверное, сделаю вот так вот. Хоба, заблокировали. Это уже хорошо. Постепенку не по... Молодец, Армагон. Так, Лео все-таки не добил до этого хмырёныша мелкого. Так. Да чтоб тебе. Ну что, переходим на вторую волну. А здесь у нас муха и мутагеноид. Давай ракеты пульнем. Ракеты пульнем теперь муху. Так, минус муха, теперь сюда. Минус мутагеноид. И, наверное, сделаем массовую атаку нашим Бакстером Стокманом. Вот и все. Ну что, серию испытаний мы прошли. Двигаемся тогда дальше. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа. Ну, уровень персонажа мы будем поднимать, естественно. А, да, друзья мои. Я же насобирал на кожеголового 100 ДНК. Ну что, переводим его. Переводим его в пятую золотую звезду. Так, друзья мои, у него кренговизация. Кожеголовый хватает кренг-дроида за голову. Швыряет его в врага. Вероятность 50%. Получить 75% от нанесенного урона в виде ХП. Восстановление 5 ходов. То есть он наносит урон и сам же себя еще и отхиливает при этом. Слушай, ну это круто. Это круто, друзья мои. А самое крутое то, что у нас кожеголовый прокачался на 5 звезд. Все, мы берем новую цель. А новая цель у нас будет кто? Давай-ка посмотрим. Зайдем в предметы. И, слушай, или Пита качать. Блин, кого бы лучше-то, а? Наверное, будем Пита прокачивать, ребят. Пита или Слэша. В общем, давай так договоримся. Пишите в комментариях, кого будем следующего качать. Окей? Все, ребят, договорились. Ну что, а пока поднять уровень персонажа я могу только лишь кому-нибудь из слабеньких. А именно Слэшу. Вот так вот. Ну что, забираем свои награды. Испытания. Так, здесь у нас Сплинтер. Насколько помню, у Сплинтера только лишь черепашки разыгрываются, поэтому такое себе испытание. А вот здесь можно немножко позаморочиться. Так, 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 и вот так. Поехали. Заодно пройдем и будем фармить эмблемки. Нам нужны эмблемки, поэтому они нам пригодятся. Ну что, начнем потихонечку. Сколько там волны, кстати? Три? Три. Уровень здесь у них пока 70-й. Ты бич, нормально так уложил паренька. Ну-ка, Ваня, прогрей ему, как говорится, душу. А здесь у нас черепашки фильм. Нормально. И добиваем. Так, и последний, заключительный здесь у нас. Ага, вот такие черепашки. Давай ракету, наверное, бомбанем туда. Так, ракета попала. И волна смертельная. Все, ребята, им крышка. Им крышка, ну, мы проходим
на следующее событие. Это получается у нас второй эпизод будет. Второй эпизод. И 80-й уровень. Наверное, на последнем, на третьем событии мы будем отключать Рокзара, потому что он 80-го уровня, я боюсь, не справится он. Не одолеет. Как говорится, не устоит против них. Так, надо этого добить. Ну-ка посмотрим. Блин, круто бомбит. Пробиваем. Так, переходим на вторую. Здесь у нас ролевики, черепашки, да? Ну, давай сделаем так. Ага. Когти. Добиваем. И здесь тоже добиваем. Все, ребят, двигаемся дальше. Черепашки видения. Базука. Так, секундочку. Наверное, вот так сделать лучше. Не прокатило. А если так? Ракетами. Отлично. Ну что, ребят, второй эпизод тоже пройден у нас. И переходим на последний, на третий. Ну, Рокзара придется, наверное, все-таки убирать из этой команды, дабы не сфейлиться. Поехали. Блин, тут еще и оригиналы будут. Фига, у них инициатива Блин, зашибись. Ну, тут шипы однозначно. Подожди, а почему он не дубился? На нем висит постепенка. Интересно. Так, классические черепашки. Волну. Ну, здравствуйте, приехали. Даже практически ничего особого они не получили. Так, минус Лео. Так, нужно Рафаэля, ребят, наказывать, чтобы он тут не захилял команду. Точнее, остатки от команды. Так, и пробиваем. Последняя заключительная волна. И здесь у нас оригиналы. Ну, давай пулеметную дробь. Так, кто же здесь у нас? Рафаэль. Да тут они все, и Рафаэль, и Леонардо. Они тут все крепкие. Так, вешает иммунитет. Дальше. Провокация, естественно. Куда же он без провокации-то? Ну-ка попробуем сделать удар с технодрома. Не-не-не, Донателло, даже не думай об этом. Блин, вот этого теперь фиг пробьешь. Да, этот Леонардо, блин, со своей провокацией. Попробуем так сделать. Ну, а так, если... Ты серьезно сейчас? Все, ребят. Ну что, эти все три эпизода мы прошли. На одном, так сказать, дыхании. Теперь единственное, что остается, это, наверное, фармить. Попробуем. Так, осколки. Снаряжение. Жетоны. Баксы. Шляпа с напитками и последняя попытка. 30 жетонов. Ну, не повезло, ребят. Ну что, теперь со спокойной душой идем на арену. Так, 24-17 есть такое дело. Возьму, наверное, Бакстера и Армагона. Блин, 19 откатов. Слушай-ка, а я не посмотрел, мы на каком месте находимся вообще? Может быть, нам там до тупчика? Шиш да не шиша. Что-то я даже не посмотрел. Ну что, с валунчика начнем?
Так, валунчик и волна. В принципе, все. Этого им достаточно, чтобы их тут разбомбило, размотало всех. Давай-ка глянем. Ага, мы все-таки, ребята, в Лиге Мастеров 2 звезды. Сбросили нас. Ладно, ничего страшного. Будем забираться. Возьму Макмана и Леонардо. Слушай, а у Макмана, по-моему, инициатива слабовато будет, да? Что-то вот я не помню, но, по-моему, у него будет слабовато. Возьмем на всякий случай вот так вот. Чтобы, если что, ну, не так быстро нас разобрали здесь. Так, начнем с вертушки. Бросим Кунаи. Так, Макман, ты будешь ходить сегодня или нет? Понятно, Майки. Есть, добьет он. Он их добьет всех. Все, ребята, отлично. Ну что, не посрамил, как говорится, нашу команду. Макман, все нормально получилось. Добить у него удалось. Ну что, переходим на... Давай 12-ю. 11-ю, отлично. 11-я позиция, ищем 17-24. Вот. Возьмем Донателло, возьму Ваньку плюс Супер Шреддера. И здесь пойдет у меня вот эти вот. Тут Майки меня напрягает, но если сейчас Супер Шреддер, конечно, повесит на него постепенку, он... Все, сразу дуплинцы. Супер удар. Ну давай, сюрикены. Все. Так, ну что, сегодняшняя цель, значит, у нас дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, топчик. Так, наверное, да? Лига Мастера, топчик. Надо занять. Ну, мы уже занимали, просто нас скинули. Ну, ничего страшного. Так, возьмем Рафаэля. Возьмем Микеланджело. Усаги. Так, подожди. И вот так вот. Возьмем Паукуса вместе с Крысиным Королем. Ну что, здесь, наверное, стоит все-таки сделать уклонение. На всякий случай. Потому что враг 79 уровня, 78. С ним особо лучше не шутить. Не испытывать судьбу. А действовать уже наверняка. Так, Карайка с копьем на Паукуса. И не попала, это хорошо. Тыч. Здесь надо Криса ввалить. Да ладно. Чак Норрис. Ну-ка, крысы. Красавчики. Крысы нас не подвели. Ну что, тогда переходим дальше. Посмотрим, какая у нас сейчас позиция будет. С 97 мы переходим на 83, наверное, да? 84. 17-24. Я возьму вот эту команду. Возьму Армагона и Супер Шреддера. Откатов маловато. Ребят, всего 17 штук. Делим пополам. 8 поединков. В принципе, 8 поединков должно хватить. Если мы будем брать где-то по 10-12 ступенек. Лучше, конечно, 12 ступенек, но не меньше 10. Тогда у нас все получится. Если же мы начнем получать по 9,8, то не зайдем в топчик. Вот, сейчас хорошо, сейчас прям 14 ступенек пролетели, вообще, с запасиком даже. Вот это хорошо, ребят, запасик это, подожди, запасик это всегда хорошо. Возьмем раз-два, хотя, подожди, зачем мне это нужно? Раз-два-три. Если у нас Армагон и Супер Шреддер, конечно, вместе с этой парочкой нужно отыгрывать слабых бойцов. А такие как Тимати и остальные, которые 70 уровня, они могут, в принципе, сами за себя постоять, если их сгруппировать. То есть, если сделать группу чисто из вот таких вот 70-ников. А если ты туда добавишь еще и топчик один, не имеет значения, пускай это будет Армагон, там, Леонардо, Супер Шреддер, и они сами вытянут катку.
А вот малыши, к сожалению, нет. Поэтому и приходится за них так впрягаться. Ну что, Армагуш, поехали дальше. Нечего тут, как говорится, расслабляться. Ну где там? Раз, два, три. Так, не забывайте, ребята, написать в комментах, кого мы будем прокачивать. И, кстати, мало того, что прокачивать по ДНК, да, именно за жетоны, а еще кого мы будем переводить в платиновый ранг. Поступило предложение, чтобы я перевел Кожеголового в платиновый ранг. Как вы, ребята, считаете, стоит его переводить или же нет? Пишите тоже об этом в комментариях. Так, ну что, а мы двигаемся дальше и смотрим, какую позицию занимаем. Наверное, где-то 40-я будет. 44-я. Да, мы зайдем. Мы возьмем топовое место. И будет нам комфортно там. Вот что я могу тебе сказать со 100% уверенностью. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот в Кирби, вот в морозильную кошку, почему-то мне неохота, ребят, прокачивать. И также Хана. Как бы я знаю, что их нужно будет рано или поздно прокачивать, но это не в первую очередь. Далеко не в первую очередь. Я вот подумаю, знаешь, о ком еще в последнее время? О Рафаэле, о ролевом, который черепа бросает. Уж больно у него крутая инициатива. Это на непрокачке. А что будет у него, когда если его прокачать, я не знаю, ребят. Но смущает одно, что у него всего один лишь массовый удар. Как бы вот это вот немножко меня сбивает с места. Вроде бы и хотелось бы прокачать, и думать, блин, ну одна атака массовая. Хотя как будто у нас мало, да, бойцов с массовой атакой, которого того же взять Макмана. У него одна массовая атака. Кого еще можно тут взять? Ну, тут вроде бы больше ни у кого. У Рокзара вообще нет массовых атак. У Крэнга, у Джастина их две. А, вот у Зека. У Зека одна тоже, ребята, массовая атака. Всего лишь одна. Когда он бросает бомбочку. Да и то, она массовая атака, и она больше идет на дебаф, чем на урон, если честно. Просто делает замедление времени на противников. И все. Опять же, это в том случае, если на них не будет висеть иммунитет. Так, ну что, 17 позиция, буквально еще поединочек другой, и все. Топчик будет взят. Армагон плюс Супер Шреддер. Да тут уже можно вот этих отыгрывать. Уже не обязательно даже идти в самый хвост. Брать маленьких, да, как говорится, и так все пойдет. И у нас остается еще там пицца, поэтому, наверное, дальше продолжим искать на нашего Крэнга нужные элементы. Ну что, посмотрим, какую позицию мы занимаем. Была 15-я, я думаю, сейчас где-то уже будет 5-я, 4-я, может быть, даже 3-я. 3-я. И последний поединок. Раз, два. Нет, тут, конечно, перебор. Возьмем Супер Шреддера плюс Ваньку. И Змею Карай. Окей. Ну что, влупим? Ну, неплохо, неплохо. Двое там осыпались, как ты увидел уже. Ну и остальных мы добились гранатомета, именно Ванька и Стиранка. Кто-то спрашивает, почему ты называешь его Стиранка? Ребят, ну потому что так написано. Может быть, он Степанку, я не знаю, но написано Стиранка. Поэтому я его так называю. Ну что, друзья мои, поздравляю нас с очередным топчиком. И теперь... Что я хотел? А, я хотел пиццу потратить, да? Пицца у нас 176 из 160. Поэтому заходим в список. Подожди-ка, давай-ка мы вот это, наверное, еще тоже пробежимся по-быренькому. Ну, сами понимаете, ребят. Откаты есть откаты. Точнее, телепорты. Телепорты нужны навсегда. Их никогда не будет много. Нет, их знаешь, когда будет много? Когда у тебя будут все черепашки абсолютно все прокачанные, и тебе не на что уже будет тратить, как бы тебе сказать,
Ну, телепорт, уже не надо будет тебе ничего ролить, да, там, релорить, что за слово такое, релорить. Короче, когда тебе не надо будет никого уже искать, они уже будут висеть мертвым грузом, как вот у нас в данный момент монеты. Монеты и сюрикены. Я сейчас их просто-напросто ни на что не трачу, и они у меня копятся. Так, ну что, еще два поединка. Поехали. Железноголовый, почему такой здоровый, а? Так, Супер Шреддер бросает клинки. Пол хп сразу. И Бакстер добивает. Он, кстати, вот этот вот железноголовый почему-то боится именно снарядов. Любых. Он их очень боится. Что вот Ваньки с гранатомета бомбит, что Бакстер, что наш, я не знаю, что Ванька, что Бакстер Стокман, когда они именно снарядами бомбят, он получает очень много урона. Так, ну что, давай попробуем. Вначале шипы. Ну, постепенночку он попал. Видишь, сколько здоровья отняли. И Ванька добьет его. Нет, ребята, это не Ванька добил. Это добил постепенный урон. Ну вот, все четыре события у нас пройдены. Прошли мы здесь немножечко, не то что прошли, а собрали немножко телепортов. И теперь уже можно действительно идти, переходить на Кренга и смотреть, что нам нужно. А нам нужно всего лишь 5 кружек. Раз, два, три, четыре, пять. 5 кружек. Что-то я опять не то посчитал. Что с тобой, Рейчик? Совсем в арифметике уже потерялся. Еще 2 надо. Так, раз. 2. Все. Улучшаем. Ну что, ребят, до 4 ступени. Так, для того, чтобы на 5-ю, точнее на 6-ю прокачать, нам нужно 6 геймпадов, 8 3D очков, 10 силовых ячеек крэнгов и 14 наушников. Да. Ладно, сейчас все потратим здесь, наверное, на геймпады. Нам выпадают джойстики, а мне нужны геймпады. Вы специально, да, делаете так? Сколько там еще? 2 попытки. Раз. И последняя. 2. Так, ну что, ребят, как раз геймпады мы нашли. В общем, в следующей серии уже продолжим дальнейшие поиски. А на этом, друзья, все. Я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.